Ну что, друзья, так красиво у нас. Иди сюда. Черемуха. Зайчик. Сейчас ягода вообще самый смак имеет. Вкуснячая такая. Я не буду ее есть, потому что я уже пару раз ела. Я еще не, мы не завтракаем же, когда идем гулять. Я потом не могу, я ем кашу, у меня рот весь связанный. Язык такое ощущение неприятное. Но я ее очень люблю. Помню, приезжала сюда в детстве. О, блин, невозможно удержаться. Помню, приезжала сюда в детстве. Залазила на дерево у дедушки. И не слазила, пока все не связывала внутри. Рот весь был черный вокруг. Руки черные. Знаешь, ты будешь? Да. Выплюнул трындюк. Как начала кормить его корм, вообще перестал все есть. Но морковку, правда, ест, слава богу. Блин, вкусная зараза. Спасибо, черемушка. Здорово. Смотрите, как красиво. Все, дети поизломали. Ну что, я хожу кое-как, еле-еле на ногу наступаю. Прострел у меня, прострел люмбага. Такая вот внутри мышца есть, которая держит тазобедр. Вот, и натаскалась я мебель, коробки, всю эту хренотень. И вот такая, ой, как красиво, вот такая штука со мной приключилась. Пойдем. Вон боярку пойдем покажем, дружок, красивую. Какую боярку? Это ивушка. Ну, то есть вербочка. Это одно и то же, по сути. Боярушка. Прозрачные ягоды уже. Пониже сейчас покажу. Здесь не очень крупная ягода. Она вот зависит, видимо, от сорта, потому что там вот вообще крупная-крупная, хотя кустик маленький. Я обожаю всю эту ягоду, потому что она необыкновенно полезна. Здесь, конечно, рядом дорога, но мы, как говорится, с дружком не помрем, если сожрем пару ягодок. Зайчик, да. Вот это мелкая светлая. У нее. Ну что ты роняешь? Ну, мелкая косточка. Блин, много мякоти. Ну, вкусный такой сладкий. Уронила, ест. Вот там, которую мы рвем в этом. Парке. Там она прям бордовая такая. Маленькая совсем еще. Бордовая. Что, боярышник для сердца. Если у вас есть возможность кушать его, обязательно ешьте, потому что 7-10 штучек в день надо боярышника съедать, если у вас есть возможность. Так же, как и земляника, короче. Но земляники надо съедать стакан, да? И вообще весь сезон, если ты кушаешь ягоду, которая вот растет в данный момент, то корень болячка на целый год. До свидос. Видите, что наделали с кустами опять?
Ой, все, не могу даже говорить об этом. Все, всем чао, какао, хорошего, доброго дня. Пока-пока.